студентом лет института. Каким-то главным для меня, самым тяжелым препятствием, самым таким, собственно говоря, главной трудностью, это было придумывание сюжета. Потом прошло время, когда я понял, что главное не в том, чтобы находить сюжеты, а в том, чтобы находить слова. То есть я понял, что трудность больше гораздо заключается вот в этом, так сказать, в словесности, потому что литература – это слово в первую очередь. Можно сказать, пересказать тот же самый сюжет и так, и сяк, но это не будет искусством. Потом и этот период прошел. И я, так сказать, понял, что нужно находить не только сюжет, не только слова, а нужно находить мысли. То есть нужно иметь что сказать людям. Как говорили в старину, урбит орби, латынине. Так сказать, что ты сообщаешь городу и миру? Зачем ты раскрыл рот? Зачем ты, так сказать, сел за пишущую машинку? Вот, если у тебя за душой что-то такое, что ты должен, что ты обязан сообщить людям. Мне представляется, что с уходом из жизни Юрия Трифонова на одной из главных улиц нашей современной литературы движение как бы поослабло. Я вижу причину того в том, что Юрий Трифонов был писатель, если можно так выразиться, особого назначения и особого склада. Конечно, образцы литературы были и остаются в нашей классике, отечественной, мировой классике. Но современная литература, тем не менее, развивается по своим законам. И вот то, что делал Юрий Трифонов в нашей советской литературе, то, как он умел изображать будни, наши повседневные будни, а в общем-то из будни и слагается вся протяженность человеческой жизни, я думаю, это он умел делать мастерски, глубоко продуманно и очень реалистично. Он умел видеть жизнь в глубине течения бытия. И то, что он написал в последние годы особенно, то, что было связано с личностью человека вот 70-х, 60-х, 70-х, 80-х годов, что вклад внесен им, и серьезные исследования, художественные исследования нашей современности, наших дней, людей, с которыми вот мы, так сказать, живем бок о бок, и с которыми вместе все мы составляем наше общество. Тема у меня, в общем, одна. Тема – это человек современности. Человек, которого я, как мне кажется, хорошо знаю. То есть это житель города, и даже более конкретно, житель Москвы. Вот это тема моих последних вещей. На последние 10-15 лет я, в общем, пишу примерно, как бы даже, можно сказать, одну книгу. Понимаете, это одна книга, это книга о современной Москве. Понимаете, и как я понял, писатель должен писать о том, что он хорошо знает. Я отдал дань этой идее о том, что писатель должен ездить куда-то и узнавать, и знакомиться с новым материалом. Я написал роман «Утоление жажды», для чего
8, наверное, раз летал в Туркмению, в Каракумы. Вот и в какой-то момент, это было в конце 60-х годов, я как-то понял, что есть очень много тем, есть очень много конфликтов, есть очень много серьезного и сложного и важного, что находится в нашей жизни, в нашей простой повседневной жизни. Вот, ну, принято говорить, особенно в нашей литературной критике, принято было говорить, что Трифонов пишет о быте. Вот, я с этим всегда спорил, говоря о том, что я не понимаю, что такое быт. И никто не может точно сказать, что такое быт. Поэтому я не согласен с тем, когда литературу называют бытовой. Там, появились даже такие термины «бытовые повести Трифонова». Вот. Это повести о жизни, потому что что такое быт? С одной стороны, это прачечные, химчистки, там, булочные, ремонт обуви, быт. Но быт – это и взаимоотношения родителей и детей, это любовь двух людей, это разлуки, это разводы, это свадьбы, похороны, болезни, старость. Понимаете, это все то, чем человек живет. Мне кажется, что повседневная жизнь человека, она настолько раскрывает характер человека, это ведь самое главное для писателя, помочь раскрыть его характер, помочь понять характер человека. Мне довелось узнать Юрия Валентиновича Трифонова очень давно, в довоенном 1938 году, когда мы вместе занимались с ним литературной студией Московского городского Дома пионеров. Мне тогда было 12 лет, Юрий 13. Но все мы, мальчишки 30-х годов, увлечены были тогда историей. История казалась очень далекой. Революцией, гражданской войной, в которых мы, естественно, не участвовали. Но почему-то часто в своих первых литературных опытах обращались именно вот к тому периоду. А вот уже после войны я услышал имя Юрия Валентиновича Трифонова из уст Константина Александровича Федина. Мы были хорошо знакомы с Фединым, и оказывается, что Трифонов занимался у Федина в семинаре в литературном институте. И Федин говорил о Трифонове как об одном из самых интересных людей, которые посещают его семинар. Да, я учился у Федина. Федин был первым, собственно, большим писателем, с которым я познакомился. Константин Александрович Федин, большой писатель. И писатель, которого я в то время, когда я поступал в Литинститут, действительно хорошо знал и много книг его прочитал к тому времени. Поэтому мне было очень и очень интересно у него заниматься в семинаре. Это было сразу после войны. 45-й, 46-й, 47-й год. 48-й, 49-м я окончил литературный институт. Но кроме Федина, который в то время писал свои романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето», и бывал часто занят, он бывал в отъездах. Вот в те времена, когда он отсутствовал в Литинституте, семинары вел Константин Георгиевич Паустовский. Так что я считаю, что в литературном институте у меня было два учителя, Федин и Паустовский. И оба, конечно, дали, в общем-то, мне много. Я благодарен обоим. Понимаете, литературный институт – это такое специфическое заведение, такое, в общем-то, необычное, не имеющее в мире даже, в общем, аналогов. И в то же время это заведение, о котором затруднительно сказать вообще, полезно оно или нет. Я не знаю. Вот. Я не знаю. Ну, понимаете, когда кому-то рассказываешь о литературном институте, обычно встречаешь такую ироническую улыбку и, так сказать, вот-вот готовы
сорваться вопрос. Ну, а Пушкин не кончал литературного института, Достоевский не кончал и так далее. Это правда. Сделать, в общем-то, писателя, выучить на писателя, это практически невозможно. Но в то же время, если так вот подумать о современной литературе, ну, о писателях, допустим, моего поколения, то кажется, что очень многие в этом институте учились. Ну, возьмите писателей, собственно, ну, моих товарищей по институту, как Владимир Тендряков, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Евгений Винокуров, Константин Ваншенкин, Григорий Поженян и многие-многие другие, которые сейчас составляют, в общем-то, так сказать, очень значительный, в общем-то, ствол нашей литературы современной. Они все учились там. Я думаю, что, то есть я уверен в этом, что все эти писатели мною названы, стали бы писателями и не учась в литературном институте. Но, может быть, все-таки вот это наше общение на семинарах, наши встречи с такими мастерами, как Федин, как Паустовский, как Валентин Катаев, который тоже там преподавал, Леонид Леонов, Сильвинский, Антокольский. Все это, конечно, помогло просто нашему такому формированию как личности, формированию нашего литературно-писательского мировоззрения. Так что, в общем, все-таки это, конечно, полезное такое литературное учебное заведение. И я, в общем, благодарен литературному институту. Я вот начал с воспоминаний, а подумал сейчас о том, что, наверное, ведь, в общем, тема истории очень характерна для творчества Трифонова, о чем бы он ни писал. Это и, допустим, «Нетерпение» — роман о народовольцах. Это и «Старик» — роман о гражданской войне. Это тема истории, отношение к истории. Истории и ее роли в жизни человека так или иначе затронуты во всех произведениях Трифонова. И в его городских, так называемых, повестях «Обмен», «Другая жизнь», «Предварительные итоги», «Долгое прощание». И в «Утолении жажды», романе современном о преобразовании Средней Азии. И, конечно, в наиболее крупных последних произведениях Юрия Валентиновича «В доме на набережной», «В старике», «Во времени и месте». Как я понимаю отношение самого автора вот к этой теме истории? Я думаю, что он думал и был в этом убежден, что интересны ему прежде всего люди, которые делают историю, а не являются как бы ее свидетелями или материалом для этой истории. Творчество и произведения Трифонова очень жесткие. Он не щадит своих героев, даже тех, кого любит. Но он очень хочет, чтобы человек был понят. И сам подает в каждой своей книге пример вот этого попытки понять человека. Понять человека. Он не хочет понять всех. Но он хочет понять каждого, а ведь по существу люди, делающие историю, они и заслуживают вот такого понимания. Поток жизни и поток истории – это одна из, в общем, самых важных тем в творчестве Трифонова. И с другой стороны, то, что его болезненно мучает как художника, это проблема непонимания. Мне думается, вот это каждый, знающий книги Трифонова, это улавливает. Вот это чувство беспокойства, чувство боли, чувство огорчения, когда людей не понимают. В романе, в последнем крупном романе «Время и место» есть в устах одного из персонажей такая фраза: «Все имеет свое время и свое место».
Да, это действительно так. И творчество Трифонова и посвящено, пожалуй, исследованию тех проблем жизни, которые имеют и свое время, и свое место. Да, мои книги действительно автобиографичные в той или иной степени. Почти каждая из них, она, так сказать, соприкасается с каким-то слоем моей жизни, с каким-то периодом моей жизни. Но нет ни одной из этих книг, которая бы была полностью автобиографичной, понимаешь? Она была бы полностью обо мне, о моей судьбе, о моей семье, так сказать, о моих тех или иных состояниях в жизни. Вот. Но это, собственно говоря, касается вообще, пожалуй, всякой литературной работы. Писатель должен черпать из своего опыта жизни, своей судьбы. И мне кажется, чем больше, чем беспощаднее он будет к себе, чем, так сказать, более откровенно он будет и обнаженно, да, он, так сказать, будет рассказывать о себе, это есть хорошее слово искренность. Вот, чем более искренен он будет, тем, мне кажется, больше художественное значение будет иметь его произведение. Вот. Ну, великий пример этому дает Толстой, который был очень искренен и очень беспощаден к самому себе. Вот. Хуже нет, когда писатель старается приукрасить себя и, так сказать, так погорцевать, собственно говоря, по своей собственной биографии. Это приводит к плачевным результатам. Мне кажется, надо... И это, кстати, возможно, черпать как можно больше из своей жизни, своей судьбы, своей биографии. С Юрием Валентиновичем Трифоновым я познакомилась в те годы, когда мы с ним оба учились в литературном институте. Впрочем, учились мы не совсем вместе. Он кончал последний курс, а я первый. Вот в июне 49-го года я сдавала экзамены за первый курс, а Юрий Валентинович... уже государственный. Таким образом, он был меня на 4 курса старше. А годами значительно моложе, но цифры я в данном случае называть не буду. Вот такое у нас было положение. И в институте о нем говорили. Талантливый прозаик, любимец Федина. Прошло некоторое время, и в октябре 50-го года в институте педагогическом имени Потемкина, который сокращенно называли Горпед, было обсуждение повести Трифонова «Студенты». Эта повесть незадолго до этого обсуждения была опубликована в журнале «Новый мир». Это было первое крупное произведение Трифонова, которое сразу принесло ему известность, успех. Я читала его повесть «Студенты», она мне нравилась. И всем нравилось. Трифонова в тот вечер очень хвалили. И не только как писателя, но и как человека. А я смотрела на него и думала, такой молодой, куда моложе меня. И вот уже такую повесть написал. И вот уже слава, а лицо у него замкнутое, серьезное. Вот не рад он, что ли, этой славе, думала я. Мне казалось, что он похож не на писателя, а на преуспевающего чиновника. Из тех, которые боятся уронить себя улыбкой. И подозревала его в высокомерии. Я его тогда совсем не знала. И плохо видела, и не понимала. Сблизились мы гораздо позже. Это было уже в конце 60-х годов. Между 68-м годом и 77-м включительно, мой муж, Александр Александрович Реформатский, и я, мы летние месяцы проводили в маленьком уютном доме на дачном участке. Нередко вспоминали вслух литературный институт. Я тут же в соседней комнате стол накрываю, чай будем пить. Такая идиллическая сценка на даче. Но как же мы все трое постарели, как мы изменились после того вечера в городском педагогическом институте. С нами сидит уже не прежний Юра, темно-курчавый, со своей немного напускной молодой мрачностью. Поредели его темные волосы. Он полноват, немного вял, немного уволень. Он уже
не курит, не играет в теннис. Умный, внимательный из-под очков взгляд, ощущение прочности, надежности, порядочности, честности, которая от него исходила, делала в чем-то его похожим на Пьера Безухова. Он много знал, много думал, читал, умел рассказать. Хороший был рассказчик, но умел и слушать, и слышать, что не со всяким хорошим рассказчиком случается. Быстро на все реагировал, понимал с полслова, очень ценил шутку. До сегодня я вижу его усмешку. Дрогнут губы, светлеет лицо, веселеют глаза. А громко он редко смеялся. Он был грустный человек. Вот в один из таких идиллических уютных вечеров я попросила Юру дать мне перечитать «Студенты». Я говорю, я совершенно забыла эту повесть. Он мне сказал так: «Не дам. Зачем тебе? Я ведь теперь пишу совсем иначе». Да, действительно, ранние произведения, ну, я имею в виду «Студенты», роман или повесть, как ее называют, так сказать, в разное время называли по-разному. Конечно, эта вещь не похожа на мои последние повести, но я считаю, что писатель должен, и не то, что должен, он неизбежно меняется и в процессе, так сказать, приобретения опыта, и меняется вместе с тем, как меняется время. Понимаете, «Студенты» были написаны в одно время, которое во многом не похоже, так сказать, на наши дни, на наше время, по многим причинам. И «Студенты» были, так сказать, литературой именно того времени. Конечно, литература выражает время, и я как писатель менялся, да. Есть люди, есть молодые писатели, которые считают, что есть три Юрия Трифоновых. Значит, один написал повесть «Студенты», был какой-то Юрий Трифонов, который написал какую-то повесть про каких-то студентов. А другой, который печатается в «Новом мире», печатался в «Новом мире», пишет повести и романы в последнее время. Вот. И есть еще какой-то Юрий Трифонов, который пишет о спорте. В газете «Советский спорт», «Физкультура и спорт». Это было действительно тоже. Все это один писатель, понимаете? От своих книг отказываться нельзя. От них можно, правда, уходить, иногда очень далеко. Вот от этих студентов я далеко отошел. Вот. Но я не могу сказать, что это не моя книга. Понимаете, все-таки это моя, понимаете. Мы часто замечаем, что между писателем, как человеком, его произведением существует определенный разрыв. Что личность писателя не обязательно гармонически сходится с тем, о чем он пишет. У Юрия Валентиновича этого разрыва не было. Писатель, век в нем были едины. И это я отнес бы уже к нравственной стороне его существования. Я думаю, что в значительной мере это было еще и потому, что он был истинным интеллигентом. Мне вспоминается в связи с этим мысль Льва Николаевича Толстого о том, что придает художественному произведению единство. Центральный ли герой? Сюжет ли? А как ценит? Толстой считал, что
единство художественного произведения может быть скреплено только одним – нравственным отношением писателя к тем явлениям, которые он исследует. Мне кажется, что Юрий Валентинович это прекрасно понимал. Для него это было, в общем, так сказать, аксиома. Он знал всему цену. Людям, их поступкам, словам. Правда, как это общеизвестно, и истина неделима. И Юрий Валентинович это хорошо знал. Это было в самой крови его, в его совестливости. Он ни к кому не подлаживался, ни к кому не приспосабливался. Он писал, как думал. Потому что, вероятно, ведущими или ведущей мыслью для него была мысль Герцена. Мы не врачи, мы боль. Он любил часто и часто повторял эту мысль. Если он касался отрицательных явлений действительности, то с одной единственной целью, чтобы освободиться от всего плохого, что мешает нашему обществу жить, работать и двигаться вперед. Его приближение к истине было нелегким, потому что он не был баловнем литературы, и ему, хотя вроде бы внешне писалось легко, жить в литературе было не всегда легко. Некоторые его произведения критика встречала глухим отчуждением. У него можно было поучиться и долготерпению, и выдержке, и в этом смысле он был для многих просто нравственным образцом. От него требовали многого, упрекали его во многом. А он, как истинный большой художник, писал жизнь, просто жизнь, во всем ее многообразии. Что можно сказать о моих героях, как о людях? Я вообще считаю, что к героям литературы надо относиться так же, как к живым людям. Понимаете, а что такое живой человек? О нем могут быть самые разные мнения. Понимаете, вот один скажет об одном и том же человеке, о, это замечательный человек, а другой скажет, что... Да нет, вы знаете, он что-то все-таки в нем что-то не то. А третий просто его обругает. А ведь это все говорится об одном человеке. А в литературе у нас хотят, ну не все хотят, разумеется, но примитивная критика. Хочет, чтобы был вот ярлык, вот положительный герой, вот отрицательный герой. Это мне кажется, что в литературе время вот этих ярлыков уже прошло. Вот надо изображать людей сложными, противоречивыми, какие они есть на самом деле. Понимаете, в человеке очень много может быть всего. Вот. Есть какая-то общая, конечно, оценка человека, но очень часто в нем бывают и слабости, в нем бывают и недостатки, и неприятные качества. Понимаете, так вот надо не против человека, а вот против этих неприятных качеств, против этих слабостей, против этих недостатков, которые очень характерны, часто бывает, для многих. Когда мне говорят, что вы пишете о мещанах сегодняшних, и читателей мне приходилось, так сказать, на читательских каких-то встречах, я улавливал такое отношение. Да, Трифонов пишет о мещанах. И это как будто так, что есть где-то какие-то мещане, понимаете? Вот, вот там какие-то мещане, вот Трифонов о них пишет. Мы-то, конечно, не мещане. Мы вот так читаем Трифонова, да, и очень возмущаемся какими-то мещанами. Но это не так, понимаете? Все эти качества,
не очень симпатичные, они свойственны очень многим людям. И для меня поэтому важно то, чтобы человек, прочитав книгу, задумался не о каких-то далеких мещанах, а о себе самом, в первую очередь. О себе самом, чтобы он подумал, что же в нем-то не так или не то, или что можно исправить, или чему можно помочь, или ничему уже нельзя помочь. Но чтобы он задумался о себе. Надо ли вспоминать, то ли это голос одного из героев-писателя, то ли голос самого Юрия Валентиновича Трифонова. Надо ли вспоминать? Бог ты мой, это так же глупо, как надо ли жить? Ведь вспоминать и жить – это слитно, неуничтожаемо друг без друга. Это то, для чего требуется какой-то другой необходимый глагол. Я почти дословно воспроизвел слова Юрия Трифонова, чрезвычайно важные, мне кажется, для понимания того состояния, в котором писались его последние книги. Мне кажется, в последних книгах Трифонова нет настоящего, сиюминутного, какого-то самопоглощенного, отделенного от всей прочей прошедшей жизни. То есть настоящее в романах, в последних книгах Трифонова пронизано прошлым, историей, ее токами, ее образами, чувствами, идеями, которые идут оттуда сюда. Для Трифонова история не была, для героев Трифонова, для Трифонова история не была фоном. История в его вещах – это глубина, это даль, это то, до чего нужно порою докапываться, добираться. И отсюда он так однажды сказал, что он предпочитает горизонталям прозы, вертикали прозы. Трифонова одно время любили упрекать за изображение мелких людей, ничтожных людей, каких-то, значит, недостаточно высокоморальных. Вот. Делали вывод, что его проза антимещанская, изобличающая интеллектуальное мещанство. Я же думаю, что теперь как-то стало все гораздо виднее, да и, думаю, проницательным критикам это было видно и тогда, что действительно писатель не любил и не терпел мелких, своекорыстных людей, особенно ту породу людей, которые упорно идут вверх, невзирая ни на что, изменяя своим принципам, изменяя каким-то бесценным заветам. Но Трифонов был великодушный писатель, и он старался понять всех, войти, как говорится, в положение всех и до конца выложить аргументы за всех своих героев, которые могли бы их оправдать. Но выслушав все эти аргументы или представив их для нас, он все-таки всегда помнил, что существует какой-то окончательный и последний нравственный суд. И для меня кажется, что вот этот нравственный суд совершался в его вещах в глубочайшей, в теснейшей связи вот с тем, что я назвал историческим прошлым, с этой исторической далью. Трифонов в одном из своих вещей он написал, что нить, связывающая поколения, похожа на сосуды, по которым переходят, переливаются неисчезающие элементы. Так вот, Трифонов верил в то, что существуют неисчезающие элементы. И, может быть, к несчастью нашей критики, мы зачастую не могли, не разглядели вовремя, что в его героях, в лучших его героях, и во всяком случае во всех его вещах, вот те, что назывались московскими городскими повестями, есть герои, в которых существуют вот эти неисчезающие элементы. Одно время критики меня очень сильно ласкали. Это именно
было тогда, когда появилась моя первая книга «Студент». Она получила государственную премию. И в те времена было так, что книга, получившая премию, мгновенно рецензировалась, конечно, только положительно, во всех абсолютно печатных органах. И я помню, что на «Студента» были, наверное, не знаю, сотни рецензий во всех газетах Советского Союза, и мне их всех присылали. Ну, что это была за критика, разумеется, это не была критика, это просто были такие отклики, не очень глубокие. И мне казалось тогда, что критика – это нечто приятное, но не обязательное такое. Потом я написал через довольно, правда, долгое время роман «Утоление жажды», который, в общем-то, был встречен хорошо. И о нем тоже была хорошая критика в печати. Вот, но в некоторых, может быть, двух-трех изданиях было сказано что-то критическое об этом романе. И как я сейчас понимаю, вероятно, справедливо. Но вы знаете, вот странно, но я в то время несколько обиделся на этих критиков, которые меня покритиковали. Это была вот уже такая какая-то избалованность писателя, привыкшего к тому, что его хвалят. На одного автора я очень обиделся, я с ним даже не здоровался, когда я встречался в Доме литераторов с ним. Вот, но прошло какое-то время, я понял, что это глупость, все, понимаете. Критика есть критика, и надо к ней относиться спокойно. Ну, так что в последнее время, вот, так сказать, мне приходится как раз выслушивать много довольно критических замечаний, читать критические статьи по своему адресу, но это в основном, правда, касается повестей. Допустим, роман «Нетерпение», он был хорошо встречен критикой, а повести они подвергались иногда даже несправедливой, может быть, критике, иногда справедливой, но я к этому стал относиться чрезвычайно спокойно сейчас. Я считаю так, что критика должна быть, должна, так сказать, делать свое дело, и, в общем-то, полезное дело. Это дело, так сказать, создания такого общественного мнения, и, в общем-то, дело создания вот такого литературного общественного мнения. Но писатель должен, прислушиваясь к критике, все-таки прежде всего думать о том, так сказать, прислушиваться, что ли, к своей творческой совести, к тому главному, что ли, в своей работе, что он считает главным, понимаете? Я думаю, что на всех его героях лежит отблеск костра. Отблеск костра. Отблеск идеалов русского освободительного движения, идеалов октября. И поэтому среди его героев так ему были дороги, и так дороги нам, герои, в которых были вот эти неисчезающие элементы мужества, стойкости, человечности, что очень важно, и что очень важно, мне кажется, верности идеалам вот этого далекого исторического прошлого, верности идеалам русского освободительного движения, вспомним хотя бы «Нетерпение», верности революции, идеалом революции октября, вспомним хотя бы «Старика». Вот. И с эти идеалы по Трифонову, они воспитали, в общем-то, особую породу людей, особых людей. И недаром Трифонов говорит о неповторимых людях. И Микулин относится к числу таких неповторимых людей. Неповторимые люди, которые были, и которые до сего дня сохраняют свое значение и несут в себе, так сказать, образ какой-то исключительной этической взыскательности, вот, чистоты и, главное, служение не себе, не собственной корысти, своему благу, своему успеху,
о служении высоким целям, которые всегда соединяли людей. Это проглядывается во всех его московских повестях, где это просто нужно внимательно читать. То так, то этак, то через одного героя, то через другого героя. Эти неисчезающие элементы присутствуют. Мы склонны, скажем, были очень, так сказать, ну, по крайней мере, некоторые из читателей были склонны судить строго, например, Сергея из другой жизни. Ну, какой же он такой неудачник, как вот он диссертацию не защитил, карьеры не сделал, никакого успеха. Другие уже получили какие-то очередные повышения по должности, еще что-то. А он уперся в свою тему диссертации, значит, и вот все, хочет ее защищать, а другое ему не нужно. То есть более вроде бы сильные, настойчивые натуры добиваются успеха, а более слабая натура, ну что же, мы должны вроде как и Кандауров из старика сказать, эки вообще незадачливый замухрышка этот Сергей. А на самом деле, если сравнивать процветающего Кандаурова и непроцветающего неудачника Сергея, то истинным героем и в наших глазах, и для Трифонова был Сергей. Потому что в этом Сергее были вот эти неисчезающие элементы. И поэтому, мне кажется, нет никаких, конечно, оснований, хотя это иногда и звучало, как-то отсоединять Трифонова и говорить, что вот Трифонов работает на сегодняшнем текущем материале, городская жизнь, так сказать, интеллигенты, вот, не цвет, так сказать, нации, а вот, скажем, деревенская проза, она работает на глубокой памяти, исторической памяти, опирается на нравственные ценности, выношенные, так сказать, народной жизнью. Вот мне кажется, это противопоставление неразумно, потому что историческая память у Трифонова не менее интенсивная, а социально она может быть еще более, так сказать, более тонкая, изощренная, вот, и более, может быть, даже глубокая. И кроме того, ведь мы, наши нравственные ценности основываются и своими корнями уходят не только, так сказать, просто в такую широко понимаемую народную жизнь, но и в культуру, и в нашу, так сказать, вот, культуру как историю, и в историю, собственно, и революции тоже, и вот эти этические принципы революции, идеалы, чистые идеалы революции, они, мне кажется, чрезвычайно важными вот, в произведениях Трифонова, и они дают ей какой-то глубокий, благородный, этой прозе глубокий, благородный внутренний смысл. Ну, интерес к истории у меня возник давно. Собственно говоря, лет 15 назад я начал писать первую историческую свою книгу. Это была документальная книга «Отблеск костра». Но она имела, собственно, такой личный мотив. Это была книга о моем отце, который был старый большевик и участник первой русской революции 5-го года и 17-го года, и участник гражданской войны. Судьба его меня очень интересовала. Вот. Он был довольно видной фигурой в период революции, гражданской войны, участвовал в организации Красной гвардии в Петрограде и в событиях Октябрьских дней, был членом главного штаба Красной гвардии и комиссии по организации Красной армии в 18 году. Вот, ну, судьба его сложилась довольно трагически, но, во всяком случае, меня его судьба и вообще его деятельность в период революции гражданской войны очень интересовала. Затем, после этой первой моей книги, через несколько лет, я увлекся другой исторической темой. Это была, то есть, тема народовольцев, Желябов, Перовская. Все эти фигуры, они меня очень интересовали. Надо сказать, давно. Я начал писать роман о Желябове. Это было по заказу издательства «Политиздат», там такая есть серия «Пламенный революционер». Ну и затем историческая тема моей последней книги «Старик». В этой книге история опять, так сказать, ушла, опять касается революции, гражданской войны. Но мне хотелось события гражданской войны и революции как-то прояснить, как-то оттенить, что ли, нашим сегодняшним днем.
и показать, что есть безусловная прямая связь между этими временами. Понимаете, это не какая-то бесконечная даль, то, что было в 20-19 году. А тут есть прямые связи. Прямые связи. И все мы, в общем-то, наследники этих времен. Со всеми нашими и хорошими чертами, и с нашими недостатками, и с нашими слабостями. Вот. Все это зарождалось когда-то лет 50-60 назад. Вот это соединение двух пластов времени, это была моя вот такая конструктивная задача в этой книге «Старик». В этой книге исторические события, они абсолютно достоверны. Главный герой, который называется у меня Мигулин, это известный деятель гражданской войны, командир 2-й конной армии Филипп Кузьмич Миронов. Вот эта фигура чрезвычайно интересная и яркая. Долгое время он тоже был, так сказать, человеком, о котором нельзя было писать ни в художественной литературе, ни в исторической. Но сейчас о нем уже написаны настоящие исследования. Он меня привлек своей какой-то необыкновенной нравственной силой. Вот. Эта фигура очень противоречивая. Но противоречия Мирона, это были противоречия вообще всего, пожалуй, казачьего сословия, если можно так сказать. Вот. Конец Миронова был драматичным, но это тоже связано обстоятельствами историческими, которые, так сказать, которые сейчас мы имеем возможность оценить по, так сказать, по достоинству и, может быть, более объективно, чем это было раньше. Трифонов никогда не притворялся, что все знал и понимал наперед. Менялись времена, и взгляды менялись. Я не воробей, чтоб все время чирикать одно и то же, говорил Лев Толстой. Мучил ли Трифонова привкус беллетристики? Но если понимать беллетристику как отсутствие интереса к живым явлениям бытия, как подмену судьбы сюжетом, как отсутствие интереса к причине и смакование следствия, то можно уверенно сказать, что Трифонов был совершенно всему этому чужд. Его учителями были художники. И среди них, может быть, Хемингуэй, по крайней мере, я так думаю. Я представляю себе, что это может вызвать недоумение, потому что действительно формально Трифонов так далек от него. И Андрея Старостина. Трифонов любил не только потому, что Андрей Петрович человек редкостно одаренный и тонкий, рыцарского склада. Трифонов любил Старостина и по другой причине, как Хемингуэй своих бесстрашных тореадоров. Отсюда, я думаю, проистекает пристрастие Трифонова к спорту, к стадиону «Динамо», который был его фиестой. Всю жизнь Трифонов писал одну книгу. Мысль эта, в общем, вполне банальная, но к Трифонову она применима с особой основательностью. Если представить себе, вернее, если обозначить раннее творчество Трифонова словом «дом», то позднее творчество Трифонова похоже на такой же дом, опрокинутый. Некоторые критики и литературоведы, я думаю, не без основания, считают, что существовал какой-то определенный момент, с которого началось бурное творческое обогащение у Трифонова. Видимо, так оно и есть. И все-таки мне кажется, что наиболее глубоко и основательно подумал об этом во времена незапамятные поэт Евгений Винокуров. Действительно, в начале 50-х годов здесь,
в Серебряном пару, буквально в нескольких метрах от этого дома, от дома, где вырос Юрий Трифонов, где он написал свой первый роман, мы с Винокуровым просто катались на лодке. И неожиданно Винокуров спросил меня: «Ты заметил, какое событие?» Я сказал: «А что произошло?» Он сказал: «Вот новый писатель появился, Трифонов напечатал роман». Я спросил: «Ну и что за роман?» На что Винокуров не без раздражения сказал мне: «Что ж ты все спрашиваешь, что, что? Надо спрашивать, как, ведь в искусстве, когда говорят об искусстве, то спрашивают, как, потому что как уже включает в себя что». Однако страсть Трифонова к исповеди перед людьми, его моральная проповедь, совершенно лишенная дидактики, несомненно требовала усилий всего человеческого существа, почти нечеловеческих усилий. «Предо мной закрытый поворот, знаю, не возьмешь его на Бога. Поворот закрытый — это тот, за которым не видна дорога. Сбавил скорость, торможу, гужу, сам себе твержу: смотри, не мешкай, этот поворот не мечен вешкой, он ведет к иному рубежу. Поворот закрытый, не прямая, но рассудку трезвому назло, полный газ внезапно выжимаю, чтобы зад машины занесло. Где уж тут аварии опасаться, если в жизни все наоборот? Мне бы только в поворот вписаться, в поворот, в закрытый поворот». Трифонов постоянно стремился запечатлеть современность в последнем ее духовном изломе. И, несмотря на это, никогда не изменял своему изначальному влечению, вечным темам. «Вечные темы» — так называется последняя вершинная замечательная книга Трифонова. Вечных тем на свете немного, но зато они никогда не стареют, не выходят из моды. Он был поэтом. Он был поэтом прозы, я бы сказал, поэтом города. За деталью, острой деталью, он видел глубины. Образ раскручивался, шел в глубочайшие масштабы и обобщения. Он мучился, он искал ответы. Он был летописцем нашей интеллигенции, именно интеллигенции 60-х, 70-х годов. При трудной своей судьбе он имел своего читателя, и читатель видел его, может быть, не зная лично, как мы его знали. Это был молчун, это был такой думающий валун. С ним нельзя было разговаривать просто, с ним надо долго, неторопливо беседовать. И также вот неторопливо шла его проза, вот его аналитическая совестливость. И над ним как бы витали известные слова Блока, что главное оправдание для писателя – это неподкупный голос читателя. Есть прекрасные стихи, по-моему, «Табица», касающиеся, так сказать, нашего дела. По-моему, это перевод Пастернаку. «Если мужества в книгах не будет, если искренность слов, слез не зажжет, всех нас вместе потомство забудет и мацонщиков нам предпочтет». Вот. Так вот, значит, чтобы, так сказать, не превратиться в мацончиков, нужно все-таки говорить какие-то серьезные вещи. Это такая, так сказать, трудность. Она, может быть, самая важная. Это трудность
трудность высказывания каких-то важных вещей, что в литературе необходимо. Иначе, так сказать, литература будет просто делом развлекательным.